Короче, типа смешно должно быть. Ха-ха-ха-ха. Привет! У нас собака моется. А я сломала душ. Это моя мстя ему. Руки из жопы. Будем стоять. Ёпта. Давай. Давай. Выходи, Буи. Ну! Выходи, пес. Давай, собак. А, собака вышла. Стоять! Собака убегает. Эпичный побег собаки. Знаешь, эпичная музычка. Ты ее вставишь? Нет. РЕН-ТВ. Смотри, как ее открыть, ну реально. Чего открыть? Пробку? Анальную? Ну блин, как-то же она должна открываться. Значит, смотрите. Сейчас какие-то краники есть. У Ксюши Кузнецовой есть лишняя хромосома. Спасибо. Она, вон, видите, там, короче, такая пятка. И она, видать, и можно ногой хернуть в этой штуковине. И, короче, неверно не открывается. Рубрика «Лайфхацки». Сейчас мы будем открывать пробки. Нам понадобится тарелка, я, пробка, душ и горячая вода. Пойдет. Для начала берем пятку, хреначим в пробку, чтобы она вот так вот там вот застряла. Ну, короче, у нас пробка застряла. Теперь у нас тут же вода, берем миску. Да я не шелуди. Потом берем миску и начинаем. Итак, пока вода хорошо идет. Блин, прикинь, работает. Ну так вот. Ё-моё, Сеня, ты чё? Привет, здравствуйте. Покажи свою расческу, расскажи, что на твоем столе. Значит, смотрите. Парадонтол. Это паста. Это такая же щетка, короче, только красная. Давай. Вот такая вот. Положи. Глист. У нас тоже такая есть. Глисть. Да ладно. Глист. Да нет, у нас такая же красная была еще. А. Тоже как у тебя. А еще желтая была. Смотри, у тебя тут это что? Это шампунь. Ну, короче, какая-то параша. 5 рублей. 5 рублей. Очень важно иметь у себя. Это что? Сейчас будет шум. Пока что будет. Чуть не... Да. Все, гаси шарманку. Ребята, лайфхак работает, посмотрите. Она выскочила. Выскочила. На самом деле к нам пришел сантехник и все починил. Да. Вот так вот. Поэтому самый лучший лайфхак — это вызвать сантехника. Я все-таки считаю. Ежедневно более полумиллиона свечей покупает ублюдские колбасы. Ублюдские колбасы. Лиза, мое уважение. Сейчас. Так, да, открывать. Сложно. Давай, давай. Мое уважение. Мое уважение. Ты сейчас их и замнешь. Ань, тебе не дадим. Пирожное. Что там такое? А тостерный колбас есть? Конечно, есть. Зачем он надо? Ой, штаны. Давай, подожди. Не, покажи мне. Сейчас. Ты все розовые это? Подожди, Сеня, а какие? Не надо. Че? Быков, ты че, дурак? Это коротко о том, как делаются все фокусы. Сидит Быков в ящике. И ноги высовывает. Да не в эту дырку. В какую-нибудь. В какую тут больше нет. Попался-то. Ну как тебе там? Это что такое еще было? Тебе надо поставить, короче, крутое узло. Ты не знаешь, какое. Ха, я найду. Давай. Ну что, Сеня, у нас жить будешь? Сейчас я хату сделаю. У тебя очень классное видео. Хата готова. Все, как тебе там? Вон Тиночку к себе пригласи. Смотри, ноги помещаются. Все, это что? Какая у тебя пятка грязная.
Ты что там делаешь? Я спать. Ты сейчас жопу себе порвешь. О, классные труселя, Сеня Быков. Что там показал? Таисия Пика оценит. Еще раз скажи. Таисия Пика оценит. Алло. Покажи мне фотку-то. Дай мне. Да, это видос. Сейчас покажу. Да, ё-мо. Алло, ты просто скопируешь себе и вставишь в видео. Сейчас я буду делать селфи. О, господи, нет, нет, прошу. Нет, я передумала. Что-то не-не. Ты хоть подальше держишь. Так у меня рука нет, мне нельзя. Вот так вот нормально. Типа годное музло не могу. Я надеюсь, это не видос идет, нет? Видос идет. О, господи. Все, я поехал домой спать. Сценарий. Секунду. Ну, все, мальчик скрылся. Дай мне. Там вот, мужик потерял самолично троих тараканов. Не сегодня, Сеня. Лиза. Нет, извини. Вообще, честно говоря, ты близко. Сейчас буду искать по хэштегу, извините. По хэштегу, извините, да, отличный хэштег. Надеюсь, это не попадет в твой влог, Ксюша. Я очень надеюсь. Видео с моей сиськой? Нет, это очень глупое видео. Ну извините, у меня все видео глупые. Набирай. Почему не лайкаешь мои фотки? Я вот лайкаю. Давай еще раз, давай на видео. Подожди. Это вот все постановочные моменты, это не смешно. Сейчас сделаем. Когда мы с Лизой снимали в кафе постановочный момент, это было очень смешно. Потому что Лиза сидит такая. Тут вообще все постанова. Любая шутка, которую вы видите, она, так, короче, записана со второго раза. Мы не записали, как я Сене Быкову под зубальник треснула. Плюсую. Она все заставляет нас делать со второго раза. У Сени нет мягкого знака, он рассосался. А что, фильм не больше такой? Жопы. Так, давай еще раз. Так, тихо, не мешай. Да куда ты ушла-то? Ляг тут. Не шелести тут особо, дай поясню обстановку. Лиза, что ты меня не подписалась-то? Я не хочу, чтобы меня выгнали отсюда. Блин, почему никто не снял, как я тебе подзубальник дала? Ну, имей оператора. Чего? Оператора.